работает, да? Что? Туалет не работает у вас? Нет. Вы сейчас продали на вынос пиво, которое вы не имеете права продавать на вынос. Почему? Потому что у вас предприятие общественного питания, вы можете это разливать пиво и употреблять его только здесь. В любом случае, вы должны его открыть. И я могу, мое дело уйти с ним, но вы не можете закрыть. Сейчас это поможет. Да, звоните администратору. Ну вот это вот вообще не туалет. Вперед. Закрыть, собственно говоря. Вот туалет не работает. Сейчас он работает. И санитарные книжки ваши? Как же у вас заведение в баре находится? Если у вас не работает туалет, вас обязаны закрыть и не работать. То же самое, это тоже зафиксировано? Да. Потому что это выполнено, нужно нарушение. Вы останавливаться? А если давно за паспорт не стоит? Благодарю, что покашли за выражение. А у вас вообще представляется общественное питание? Ну, бар. Бар? Да. А может у вас здесь посидеть? Да, конечно. А стулья есть? Ну, стулья, штучка, к сожалению, нет. Ну, ясно. Тогда у нас контрольные покупки. Общественная палата Саратовской области. У вас Кузнецов, начальник. Олег Васильевич. Олег Васильевич, он уже в курсе. Мы посмотрим, что у вас творится. Конечно. Глянем, да? Пожалуйста. Акцент 20-го года. Все? Да. К вам вопросов нет. Есть? Вам управляющий нужен? Да. Ну да. Звоните, пусть приезжают. Звоните, пожалуйста, да. Здравствуйте. Общественная палата Саратовской области, есть ли массовая информация по жалобе населения? По поручению губернатора мы хотим ознакомиться с условиями вашей работы именно по круглосуточному формату. Мне нужно 15 позиций, у вас стандартных проверок. Поэтому дальше. Хорошо, я продавцу сейчас оставлю все вопросы, которые у нас планируются. Оставлю вам нашу почту и свой телефон. Она у вас просрочена, вы хорошо. Курсе? Аттестовано до 24.08.19 года. Уже кончилось. А, в детском садике, да, рядом соседствует. А где у вас клеймо? Самый ветнадзор. Клеймо покажите мне. Ну, как же, потому что я попросил постоять, я стою, пока он ехал. Ну хорошо, ладно, мы на обратном пути, потому что он будет здесь. Хорошо.